Да, Михаил, не смог ты, пока не смог сделать подарок. Подарок своей жене и своему... Дорогие друзья, ну что, и у нас есть пока свободные минуты. Пока не посмотрим. Нет, ужасная атака. Геннадий выезд, удар рядом со штангой. Дорогие друзья, давайте вашими аплодисментами поздравим Михаила Липинских. Он играет под номером 8. У него на прошлой неделе родился сын, дорогие друзья. Что ж, здоровья, здоровья супруге, здоровья младенцу. Поздравляем Михаила. Будущий футболист, будущий спортсмен. Будем надеяться на продолжение династии Липинских в мотоболе. Спасибо вам за поддержку. Михаил, я думаю, сегодня хочет. Но пока не получается. Были выходы один на один и замыкал он. Дали штангу. Вот сейчас можно перевод Митя. Ну, Миша! Паша, нет, Гена, я все...